Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента, машины и механизмы для масштабных проектов, соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.